смена ведущего. В моем видео непонятно о чем. Какой-то прикольный пейзаж, который я нифига не вижу. А ты держи. Я ничего не вижу, у меня тупо черный экран. Это солнце прям в глаза, я ничего не вижу. По 70-й дороге едем, свернули с 6-й на 70-ю, которая приведет к Трансатлантической дороге 64-й. Там. О, домики сейчас парни снимешь. И что это фигня справа? Вообще что-то. Вообще, наверное, сарай, может, церковь. Похоже на какую-то церковь тоже, судя по куполу. Ничего не вижу на экране, кроме этого соуса. Нормальная дорожка. Почти не просто можно ехать. О! Так, ну, пошли. Решили через паром не ездить, которые на 100 с чем-то километров короче, но по времени ближе будет на 13 минут. И сколько стоит еще будет, блин, ну нафиг. Ну, во-первых, сколько стоит. Как на ужин, не считай. Мы подумали, что там парома, блин, полдня ждать. Ну-ка его нафиг. А еще будет ли? А я не снимал, по-моему, что приехали на этот паром, а 7-часового нету с Лафатен. А мужик вообще с 4 приехал, встал. На 8.30 мы ехали, да? Да, 8.29. Ну да, 29. Если конкретнее. Мы-то приехали в 6 на 7-часовой, а мужик в 4, значит, на 4-часовой. На 4-часовой что-то расписание у нас не было, поэтому у него следующий был бы 7. А 7 отменили. Скажи, хорошо ему было. Ну так он и на мотоцикле. А вот кривые дороги опять. Так. Ой. Ну ладно. Нормально еще. Все стоят. Хочется им. Что-то упало. Держи здесь. Ага. Тут нельзя было пробить одну скалу, чтобы проложить нормальную дорогу. Нет, скалу нет. Не скалу прави, холмик. Да, прикольно. Туда не можешь сидеть. Не знаю, что видно или нет, вряд ли что видно. А там, блин, там больше, чем в Черногории мост этот был. Ну какой-то может быть. Нифига себе пропасть. По-моему, даже в этом, в Германии, не такая сильная была. Не в Германии. А помнишь, когда мы ездили по лесу, какой-то город? А, ну там-то фигня. В Черногории-то больше. Ну там не маленькая была. Пока вырубаю. Ну ладно.